Доброе утро, дорогие друзья! На календаре осень, 1 сентября, в Тбилиси, 6 часов 45 минут, когда я снимаю это видео. Нахожусь на мосту царицы Тамар, откуда видна набережная, открывается вид на Тбилиси, вот, на Тацминду. Видите вы телевизионную вышку, телебашню, колесо обозрения, высотки, здания гостиниц. Ну и вот город тоже просыпается. Постепенно машины выезжают, хотя сегодня воскресный день. И, соответственно, он не рабочий. Я уже выкладывал публикации по поводу начала нового учебного года. Обычно 1 сентября для нас, для представителей того поколения, которое начинало учебу именно 1 сентября, это такой интересный, занимательный, я бы даже сказал, сакральный день, потому что на протяжении школьных, там, 11 или 10 лет, да, я 11 лет учился, потом университет 5 лет, потом еще аспирантура, и все это было связано, естественно, с началом нового учебного года. Правда, из-за политических треволнений были годы, когда начинался учебный год чуть позже в Грузии. Это было в начале 90-х. Из-за непростой политической ситуации тогда принимали решение отложить на определенный срок, потому что элементарно в Тбилиси было неспокойно. Но, тем не менее, вот 1 сентября, особенно в период наших спокойных школьных лет, да, когда мы учились в школе, это были самые спокойные, по-моему, годы, особенно, ну, я поступил в 78-м году, да, вот до 88-го все было нормально. В Грузии, во всяком случае, все было нормально, но потом уже все изменилось. И об этом все мы знаем, точно так же, как изменилось для жителей других республик, теперь уже бывшего СССР, когда на смену покою и такому прогнозируемому существованию и жизни пришло вот это вот все бурное такое кипение, которое перевернуло с ног на голову. Ну вот, дорогие друзья, я как бы с вами с большим удовольствием поздоровался. Я рад, что многие из вас интересовались, куда я делся. Я просто никуда не делся. У нас были каникулы у нашей съемочной группы. И мы решили отдохнуть и дать вам тоже возможность немножечко от нас отдохнуть. Потому что все уже находились тоже в своих отпусках, путешествовали, гуляли, развлекались. Ну и мы тоже решили немножечко взять тайм-аут, чтобы вернуться уже в новом сезоне с новыми силами и, естественно, с новыми темами, обзорами, прогулками, путешествиями и показами. Я всем вам благодарен за то, что вы все эти дни, весь этот период про нас не забывали, спрашивали, где, что, как. Все у нас нормально, мы живы, здоровы, с большим удовольствием готовимся к началу нового как телевизионного сезона, так и нашего интернет-сезона для того, чтобы быть с вами и опять радовать друг друга с вашей стороны интересными комментариями, вашими воспоминаниями, вашими эмоциями. Ну, а с нашей стороны, дорогие друзья, новостями, подборками и интересными видеокадрами. Еще раз хочу вас поблагодарить за то, что все время вспоминали, все время напоминали, говорили, куда же мы делись. Мы никуда не делись. Я какие-то там ролики выкладывал в небольшом количестве, в таком щадящем количестве, да, так сказать, щадящем количестве. И у нас уже с понедельника большие планы. Сегодня последний наш каникулярно-отпускной день. В понедельник уже новые сюжеты, новые репортажи. И, конечно же, новые съемки. Спасибо за внимание. До встречи и хорошего воскресенья.